Скажите, а вы вот, я к чему говорю, все знают, что у вас внутриколлективная такая вот, как бы есть титул, наверное, там, не такая, такой титул, царь. Вас называют царем. Ой, ну не смешите. Я понимаю, что там есть доля иронии, но в каждой шутке есть доля шутки, как говорят французы. Вы, наверное, все-таки, в общем, достаточно жесткий руководитель. Я к чему подвожу? Вот про дисциплину мы говорили. Вы контролируете личную жизнь своих подопечных или своих коллег? Вы знаете, вот что касается женского коллектива, здесь мне вообще все понятно. И про их личную жизнь, и про то, что им нужно. И я на их стороне уже автоматически, как отец четырех дочерей. И у меня две дочери взрослые. Одной 17, другой 29. И поэтому я очень четко понимаю, что нужно женщине. Так. И первый, кто им скажет, что вы сначала мама, а вы потом жена, а уже на третьем месте вы профессионал, и чтобы у вас была счастливая жизнь, вот такой у вас приоритет, такой распорядок, не наоборот. Ага. Если вы сначала профессионал, а где-то в самом конце счастливая женщина, так не бывает. Вы должны быть счастливы, и для этого надо понимать, что главная предрасположенность и главное, что называется, предназначение женщины – это материнство. И вы должны все успеть. Но при этом у вас есть возможность в этом коллективе, где 10 девушек поют, у вас есть возможность выйти замуж, ну так по-свойски говорю, сходить замуж на полгода, родить ребенка, а потом вернуться, вас подстрахуют, потому что это не три человека, где чехарда начинается, одна ушла, осталось две, и начинаются проблемы, коллектив начинает меняться. Это так на Виагру такой легкий. Ну, не только Виагру. Вот потрясающая группа была Spice Girls, одна вышла замуж, другая решила делать свою карьеру, и группа развалилась. А вот когда в коллективе больше 7 человек, то начинается у нас, появляется уверенность в завтрашнем дне. Ага. Помните «Титаник»? Там что произошло с кораблем? Говорят, если бы затопило 4 палубы, то корабль бы остался на плаву. Затопило 5 палуб. Я не верю, что сразу 5 девушек у нас выйдут замуж и забеременеют в одно время. Вот если это произойдет, для коллектива это будет не очень. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.